Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SM под номером 35641. Это у нас советские водители. Водители на 75-91 год. Поэтому они отлично подойдут для ЗИЛов, КАМАЗов и другой техники, которая выпускалась в данных годах. Первое, что мы видим, это красивый красочный боксар. Приятно держать в руках. Приятно получить в подарок. Далее у нас что? Коробка из плотного картона. Спасибо вам, компания SM. Вы заботитесь о ваших моделях, чтобы они нашей почте без ущербной пришли в целости и сохранности. Далее. Покажу номера цветов. Револтерия. Тут у нас даны два литника, номера, купленные в отношении фраз. Окончательно собранные модели. Буквенное обозначение краски, цифровое, это у нас детали на литниках, ну и непосредственно сама модель. Так, стыка пресс-форм нету. Лицо пролетает отлично. Тело также хорошо, все пугается, все отлично видно, прилито. Складки на брюках, на штанах, на, как правильно по, не знаю сказать, но тут все сделано отлично. Далее, следующий видок, это у нас еще один водитель. Тут также стык пресс-формы у нас нет. Также у нас все пуговки, все прилито хорошо, запястье отлично, лицо. Также можно, если уделить особое внимание, то у вас как живой человек получится. Вот, на этом я завершу обзор. То есть я знаю, что многие собирают миниатюры от компании SM. И, как это можно сказать, не нарадуются, потому что компания SM зарекомендовала себя уже давно-давно как хорошая компания, качественная, и я думаю, вас порадует и данная модель. Собираете миниатюру, она для вас. Собираете автомобили, также эти водители прекрасно дополнят вашу модель. Всем спасибо, всем пока.